Велика вероятность, что последним Мадер увидел ее сосед. Нужно с ним поговорить. Привет, друг. Я ищу твою соседку, Поулу Мадеру. О, я ее давно уже не видел. Она куда-то уехала. Вроде бы в Сентинеле уже нашли ей замену. Кто знает, где сейчас Поула? Она встречалась в парламенте с каким-то парнем. Дайгора. Судя по всему, с одним из этих активистов. Спасибо. Вижу, придурка, вон там. Еще бы. Ни хрена не происходит. Я расстроен. Не разговаривал с женой уже очень долго. Вижу, гада. То, что нет связи, это отстой. Снайпер сказал, что... Все... Нога к воде. Вижу, что у тебя... Вижу вон там противника. Готов стрелять. Цель уничтожена. Отлично. Отлично. Вижу гада. Смотри-ка, носильщик. Есть в команде. Иду. Я готова. А мы займемся призом. Тут штурмовик. Слышишь? Все ничего убиты. Не происходит. В яблочко. Внимание, там связист противника. На моем планке чисто. Здесь тоже ничего. Ведите себя спокойно, и все закончится быстро. Хватит прикрываться военным положением! Мы... О, господи! Ты это просто почувствуешь.
вижу вон там противника. Ого. Они знали, что здесь никого. Внимание, вертолет врага. Вижу придурка, вон там. Всему готов на все. По-моему, это противник. Черт, командир. Круто. Thank you.
Черт побери! Справа два убийца! Пошевеливайся. Отряд «Браво» ждет нас на заводе. Не мешай мне работать. Нужно укрытие! Проверь прицел, ты должен быть готов к бою. Да, сэр. Привет. Вы не поможете мне отыскать это место?
Да, я знаю одно место. Отлично. Спасибо. Когда он бы не помешал. Позицию. Противник вон там. Жду твоей команды. Вижу противника. Черт, разведка. Штурмовик.
Крюгер. Ясно, иду. Ищу позицию. Замечен снайпер. Есть командир. Замечен командир. Осторожно, там противник. Здорово. Вижу, вон там противника. Есть, готовлюсь к атаке. Вижу противника. Стреляю по команде. Все убиты. У нас противник. Метка. Люди, которые мажут столько клея, должны гореть в аду. Ищу удобную позицию. Вот чёрт! Выкладывай все. Оставишь, ну? Там... Я все рассказал! Не убивайте! Прошу! Вижу, гада. В яблочко. Круто бьешь. Не пугайтесь. Как мне отыскать это место? Вот где можно найти то, что вам нужно. Спасибо, вы мне помогли. Здрасте. Не пугайтесь. Мне нужно попасть в это место. Поможете мне? Конечно, я подскажу вам, куда идти. Спасибо за помощь.
наготове. Они организованы и опасны. Контакт! Вижу его! Боевой дрон пошел. С этим дроном мы их разделаем. Собрать все данные, какие найдем. Противник! Вон там! Обнаружен противник! Срочно высылайте!
Я надеюсь, тебе есть что сказать. Клянусь, это все. Это все, что я знаю. Запускаю боевой дрон. Открываем мышцы и закрываем. Я тебя прикрою. Смотри везде! Нельзя их упустить! Граната! Метко бьешь! Подбираюсь к цели. Давай, вали! Готово. С ними покончено. Отлично. Похоже, Паулу увезли в другое место. Может, Дайгора знает, куда ее могли забрать? Ты знаешь Паулу Мадеру, инженера по дронам? О чем ты? Она делает дроны, как те, которые летают и убивают людей. Вот что, никого не слушай. Она бы не стала работать на Сентинел,
Она одна из нас. Она изгой. И посмелее многих. Зачем тогда она делала дроны? А ты вообще кто? Спокойно. Я друг. Я с одного из сбитых вертолетов. Пойдем в убежище. Там поговорим. Как тебя зовут? Номад. А тебя? Дайгара Ита. Как тебя занесло на самый технологичный остров на Земле, если ты не любишь технику? Я не лудит. Я просто против трансгуманизма. Это когда ты больше, чем человек? Больше не человек. Наш девиз, один из них, помните о неандертальце. У неандертальцев и современных людей общий предок. Но люди в итоге их истребили. Но подпоковствовали их вымирание. Пока что меня волнует, как бы меня не истребили другие люди.
нас тоже не нервируй. Здравствуйте. Вы не знаете, где это место? Я знаю одно место, где стоит поискать. Спасибо. До свидания. Как тебя зовут? Номад. А тебя? Мы тут с этими гатлингами такой дикий запад устроим. Я люблю это. Отлично. Вижу, гады.
Выдвигаюсь. Все убиты. Зашибись. Так ты скажешь мне, где Паула Мадера? Она хороший человек. Зачем она тебе? Мы хотим отключить сектор охранного периметра. Нужна ее помощь. Ее имя упоминали в связи с запретной зоной 1. Может, она там? Теперь мы знаем, где она. Видимо, она и делает для Сентинелла дроны-убийцы. Скоты! Ты ведь вызволишь ее оттуда. Мне плевать, какой ценой. Спокойно. Я разберусь.
бы не стал показываться штабным на глаза до возвращения Скелла. Видимо, их застали врасплох. Круто, призрак главный. Дело сделано, все чисто. У меня все тихо. В моем секторе тоже тишина. Нас обстреливают! Здесь чисто. Эти гады рядом. Это так странно. Нас атакуют! Я иду! Что такое?
Рядом противник! VIP уходит! Есть, командир. Иду. Я иду. Найдите их, живо! Цель поражена. Повторяю, цель поражена. Все в порядке. Отлично. Замечен снайпер. Всем быть на чеку. Тут кое-кто нарисовался.
ищу позицию. Я готова. Цели уничтожены. В яблочко.